Так, ну что, трям, дружище. Джейми, как обычно, у клава мыши. В общем, сегодня начался четвертый сезон, буквально там час назад, в Call of Duty Modern Warfare 3. Итак, завезли нам новые пушки, завезли две новых карты, завезли новые перки, завезли новый киллстрик. В общем, начнем по порядку, начнем с боевого пропуска, посмотрим новые пушки. В этом сезоне у нас становится вот новая ППшечка новенькая. Супери 46 она называется. Ну и Кар 98 там завозят. Ну вот она. Вот такая вот. То и то я попробовал уже. ППшка как ППшка, Кар 98 это просто имбище. Просто класс. Я не знаю по-другому не сказать. У меня просто слов нету для того, чтобы описать эту прекрасную винтовку. Ну и, естественно, куча косметики, как обычно. Сейчас что-то на чем-то останавливаться, что-то там смотреть не вижу смысла. Могу сказать, что в этом сезоне у нас мыло опять возвращается, Соуп, которого убили по сюжетной линии. Ну, в общем, такой скинчик выдается за приобретение Battle Pass. Если я купил Battle Pass за 1100 кодпоинтов, мне сразу вот выдали этот скин на мыло, оперативника мыло. Ну и, соответственно, за прокачку всех 100 уровней вот такой вот у нас оперативник мыла с горящей головой. И как будто, я не знаю, Макаров выстрелил какими-то, не знаю, патронами поджигательными из дробовика ему в лицо. Ну, как минимум, похоже на это. Вот. Ну и будем переходить непосредственно к картам, к перкам, к пушкам. В виде нового перка у нас выступает вот такой вот новый жилет, который называется жилет контрольной операции. В общем, этот жилет снижает стоимость киллстрика за ассисты. Вы делаете ассисты, два ассиста, либо два спрея, насколько я понял из описания к этому жилету, и получаете снижение киллстрика либо на одиночку, если у вас за убийство стоит киллстрики. Либо на 125, если у вас киллстрики стоят за очки как раз таки. Вот. Вполне возможно, полезный перк. Если у вас там какой-нибудь киллстрик супер длинный, там, не знаю, на 11 киллов, на 12 киллов стоит, то, в принципе, один килл в теории вам может помочь из этого уравнения, его можно убрать. И как будто облегчит вам жизненную ситуацию в данной игре. Вот. В целом, как по мне, ну, для меня лично этот перк, ну, бесполезен. Ну, либо если вы, как я, тупорак, и вам надо набивать, ну, делать челленджи какие-то, и вы не можете набить, там, не знаю, даже первый киллстрик для того, чтобы открыть какой-то там БПЛА, это дрон-комар, там, либо еще что-то. Постоянно срезаетесь, там, по-моему, 3 или 4, по-моему, килла идет минимально. И вот можете воспользоваться данным жилетом, и один килл стрик, один килл у вас будет срезаться, в общем. Дешевле будут киллстрики строить. И так, к самим киллстрикам. Сейчас. Перейдем к самим киллстрикам. Здесь у нас возвращается, либо добавляется БПЛА-ракетоносец. Вот. БПЛА-ракетоносец. Пилотируемый дрон, стреляющий управляемыми ракетами. Ну, почему-то на картинке их здесь три изображено. А называется пилотируемый дрон, стреляющий управляемыми ракетами. Было бы прикольно, если бы можно было бы по всей карте летать на этом дроне и стрелять ракетами, управляемыми по цели. Но, скорее всего, хотя если это управляемые ракеты, то, скорее всего, да, ими можно будет управлять. Это не тот киллстрик, когда вы вызываете, отмечаете на карте какую-то позицию, и он потом фигарит туда ракетами по этой позиции. Мне кажется, это выстрелили, и ракетой управляете. Но с другой стороны, это же у нас крылатая ракета, или это как-то по-другому будет все это играться, выглядеть. Не знаю, надо пробовать, надо смотреть. И, кстати, киллстрик не дешевый, стоит он аж целых 1375 очков, либо же 11 убийств надо совершить для того, чтобы воспользоваться данным киллстриком. Вот. Так, ну что. Карта Токио 6 на 6. Ну, в моем случае, естественно, 12 на 12.
Просто мне нравится запускать на такие маленькие и средние карты очень большое количество ботов. И смотреть, как они себя будут вести на этих картах. Ну и, соответственно, новая ППшка. Я уже посмотрел карту Токио. Токио. И она достаточно неплохая, она симпатичная. Она такая прям яркая, пестрая, вся в неоновых вывесках. И тут, вот, я вспомнил. Тут есть место. Есть место на карте. Такое некий аналог казино. Где, я так понял, что стоят аппараты с починко. Вот оно как раз. Вот оно как раз то самое место. Если я правильно понимаю, то это, скорее всего, аппараты починко. Ну, либо я могу ошибаться. Вот. Ну, опять-таки, тут какие-то видеоигры. Еще что-то. Может быть, это просто игры. Видеоигры. А я дурачок. Опа, и сразу. Сразу сбрили меня. Так. А в целом карта реально симпатичная. На ней огромное количество неоновой рекламы, какие-то киоски, еще что-то. Да. Хотя карта не для компактного многоборья, это 100%. На самом деле боты постоянно тут месяца. Они дают команде противников особо выйти и с их респы далеко. Прям ломятся на их респу и начинают их там убивать просто направо и налево пачками. Ну и ППшка. Ну, ППшка. ППшка неплохо себя показывает. ППшка прям прям хорошая, прям годная. Но нам еще предстоит на карт 98 посмотреть. Карт 98 мне прям очень понравился. Очень классная пехотная винтовка. Даже несмотря на то, что это пехотная винтовка. По сути, это же снайперская практически винтовка. Небольшие фрезы случаются. Хотя в прошлый раз у меня все игралось хорошо. Но это фрезы из-за того, что что-то там подгружается с HDD. А у меня мой M2 помер. Приходится игру на жесткий диск ставить. Что? Вот в связи с этими фрезы. Так-то все хорошо идет. Ну, 100 плюс кадров. 130, 140, иногда даже 160 бывает. В общем, да. Хорошая карта. ППшка. ППшка неплохая. Но карт 98 все равно круче. Да. Даже странно, что я это говорю. В прошлом сезоне Морс был хороший. В этом сезоне карт 98 хороший. Но я пока не буду. Я просто завлекаю вас, скажем так. Не буду спойлерить, на что он способен, как он себя показывает и все такое прочее. Ну, приходите. Мне прям интересно посмотреть, на что эта ППшка будет способна. Именно в хардкоре. Ну, хотя, типа, я уверен, что там все будет просто отлично. Что это же хардкор. В хардкоре всегда все хорошо с пушками. И хп там меньше. Да, и стрелять там меньше надо. И шотнуть в пятку можно из пистолета. Из зубочистки какой-нибудь. Так что да, в любом случае приходите на стримы. Они будут, как обычно, в актуре проходить. Будем смотреть новые карты. Наверное, новые пушки будем смотреть. Открывать, прокачивать и все такое прочее. Ну и переходим к следующей карте под названием Париж. Так, карта Париж. Карта 98. Кстати. Да, карта 98 отображается. Почему у меня пехота
ПП-шка отображается по-прежнему. Ладно, не суть. Ну и этот ТДМ. Все по стандарту. ТДМ, как всегда. Ну, софткор-то единственное, конечно. Вот он. Вот он. Он у меня опять не прогружается. Он у меня опять не прогрузился. Кстати, тут можно Shift удерживать для концентрации. Сейчас все будет. О, вот так. Короче, так, еще попасть бы надо. Еще попасть бы в кого-нибудь было бы неплохо. Короче, Карди 98 шотает. И даже не в голову. Шотает в грудь, наверное, и в живот. В общем, просто в прошлую катку немножко получше отыграл, которая у меня не записалась. Там прям шотал я. Ботов, хабитов. Ботцов, хабитцов. И вот тут вот... Вот. Прям чувствуете, да, что это... Ну, это тут не... Это не хедшоты. Ну, это, скорее всего, типа грудь просто. И все прекрасно шотает. Не знаю, я прям, честно говоря, в приятном смысле удивлен. О, раз и шот с винтовок с этих. Я не любитель играть с такими штуками. Они прям очень сильно... Вот это хедшот был. Прям очень сильно скиллозависимые. Я не люблю, что, ну, один раз ты ошибся, в общем, один раз. Опа. Раз, и все готово. Ну, мне кажется, со снайперскими винтовками, наверное, надо стреляться без прицела, чтобы никто не палил. Вот был. То есть этот хитмаркер был. Вот сейчас раз и все. Все готово. И вот сейчас тоже раз и все готово. Ну прям очень приятный Кар 98. И целится из него приятно. И стреляет он хорошо. И со звуками у него тоже все отлично. Уж говорю, единственная моя проблема... попадать. А вот сейчас опять голова была. А сейчас опять ничего не было. Ну прям очень классная винтовка. Да. Я уже говорил, но еще раз повторюсь. Если хотите узнать, как эта прекрасная винтовочка ведет себя в режиме Warzone, наверное, заходите к дяде Диме Реквенто. Он вам расскажет. Может, сборочку какую-нибудь покажет интересненькую. В общем, и карта тоже неплохая. Но тут опять-таки почему-то вот на этой длине проходят все перестрелки у ботов. Они постоянно направо бегут. С моей респи. Боцманы с моей респы бегут почему-то всегда направо. Я вот сам даже налево не ходил, получается, никогда. Сейчас почему-то не могу. Вроде расстояние и дистанция ниже средняя, почему-то не шотом. Странно. В общем, карта неплохая. И Кар 98 просто огонь. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, наверное, будем прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте, делитесь, все такое прочее. С вами был Джейми. Не забывайте приходить на стримы. Спасибо за просмотр. В общем, увидимся в новых видео и на стримах. Все, всем пока.